сотни глаз устремлены в центр мраморного зала городского дворца культуры, где под музыкальное сопровождение грациозно танцуют десятки блистающих пар. Здесь состоялся традиционный императорский бал, приуроченный к 212-летию со дня основания Казанского университета и 118-летию Елабужского женского епархиального училища. Открывает бал один из самых торжественных танцев своей эпохи – полонез. Программа императорского бала традиционно включает, как того требуют традиции, несколько обязательных танцев – полонез, вальс, кадриль и польку. Приятной традицией бала стало исполнение танцорами зажигательного джайфа и фокстрота. Благодаря усердным репетициям движения танцоров изящны и точны. Я в этом году, к сожалению, заканчиваю институт и вот решил напоследок поучаствовать в этом торжественном событии. Мне очень-очень-очень нравится этот бал. Этот шелест платья, вся эта музыка, атмосфера именно погружает в ту эпоху. И мне кажется, это очень классно, что мы именно проводим вот так вот и организация мероприятий очень на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы и дальше проводилось очень много еще лет. Кульминацией праздника стала церемония награждения преподавателей, сотрудников и студентов Елабужского института за значительный вклад в развитие вуза. Дорогие друзья, сегодня особый день, когда мы чествуем наших коллег, когда мы вспоминаем нашу историю, когда мы говорим о тех, кто внес славный и важный вклад в развитие нашего вуза. Лучшим из лучших были торжественно вручены награды от Министерства образования и науки Республики Татарстан. Доброй традицией института стало награждение преподавателей денежными премиями и путевками в санатории, предоставляемых администрацией и профсоюзной организацией вуза. В завершении вечера и зрители, и участники сошлись во мнении, что у императорского бала однозначно есть счастливое будущее. С каждым годом становится все интереснее, краше, замечательно. Лучше и лучше. По-моему, нет предела совершенства, нельзя говорить так. И поэтому этот бал, хоть мы, как говорится, и переживаем, что пропущены занятия, что-то еще, но праздник всегда дает новые какие-то впечатления, новые возможности. И мы очень замечательно рады. Это момент, когда подводят какие-то итоги. Итоги сегодня были, они хорошие. Будем надеяться, что будет еще лучше. Так что, виват университет! Адель Шамилова, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.